В общем, мы в таком интересном отельчике. Называется он Париж Сьютис. Хотя у него очень даже приличная цена. Всего лишь 145 баксов. У него очень интересное здесь убранство. Непонятно, как оно относится к Парижу, по большому счету. Хай. О, это у нас GPS. Что-то привезли, смотрите-ка. Ну вот. Хотя у него интересно. Ну, в общем, убранство у него по каким-то причинам как бы такие приходилищи штуки. Вот обычный номер. А, здесь ничего не видно. В общем, картины, зеркала. Видели когда-нибудь такое? Здесь вот зеркала по стенам, а на нашем этаже были картины. Сейчас я еще немножко с улицы сниму. Сегодня в Нью-Йорке дождь. Мы 2 часа назад ходили кушать. Вот здесь такой закос под Эйфелеву башню. Это единственное упоминание о Париже. Вон, смотрите. Мы в ожидании такси.